Сивильские пасечники бьют тревогу, массово гибнут пчелы. Сельчане предполагают, что связано это с обработкой полей, хотя о том, что сельхозугодия будут опрыскивать химикатами, никто не предупреждал. Все тут пчеловоды. И задаются вопросом, кто за это понесет ответственность, ведь с урожаем меда, по сути, уже можно распрощаться. А в Алатыре на одну достопримечательность стало больше. Жители улицы Красноармейский спуск приглашают полюбоваться пизанским столбом. Осмотр бесплатный, просят поторопиться, так как башня в кавычках в любой момент может превратиться в лежачего полицейского. Кажется, на этой неделе принцу на белом коне понадобилась помощь ядринских медработников. Лошадь, ожидающую хозяина, заметили возле райбольницы. Пользователи соцсетей предположили, принц-то, возможно, здоров. Вероятно, в медучреждении работает его принцесса. Внимательные чебоксарцы заметили необычный автомат в центре города, который выдает птичий корм. Находится он рядом с бывшей лодочной станцией у монумента матери. На заливе обитают и лебеди, и утки, и многие так и норовятся их покормить, в большинстве случаев хлебом. А он небезопасен для пернатых. Поэтому и установили будку с правильным лакомством для птиц.